Амалика люди, Амалика люди. Я уже сказал раньше, Амалика люди, они, они приехали, или как я могу объяснить. Амалика это человек. Он и внук. И от него приехали эти ложные еврейские люди у нас сегодня. От сейчас мы начнем это доказывать с Библии. Открываем. Битие 36. Битие 36. Стик 9. Битие глава 36. Стик 9. И вот родословие Исава. Отца и думаев. Отца и думаев. И думая, или едом люди, или едомские люди, они одинаковые. Едомский это, евр, это еврейский слов. И, и, думаев это греческий слов. Греческий слов. Еще раз. И вот родословие и сава. Отца и думаев на горе Сейр. Мы придем в стиху 12. Мы сейчас прочитаем Ou Amálico. Famna. Jebila. Na lojnitza. Elifaz, Sina. E Savova. Irradila. Elifazu amalika. Amalica, A. Sinovia. Adi. Geni. E Savova. Vot. Sinovia. Adi. Geni. и Сейчас мы прочитаем, кто это Амалик. Амалик. Библейский ветхозаветный персонаж. Сын Элифаза, внук Исава. Считайся родон, родоначальником бедуинского племени Амалекитян. Амалек Хотя об этом народе упоминается, как о могуществе вену еще задолго до рождения Амалика. Амалик. Первый враг. Первый враг, напавший на евреев после того, как они свободнее вышли из Египта. Еще раз. Амалик. Первый враг напавший на евреев после того, как они свободнее вышли из Египта. Первый враг, мы уже раньше прочитали, как и уже на, уже враг, к его брат Яков. Об этом мы здесь прочитали сейчас. Дальше. В Пятой книге дважды упоминается, как враг еврейского народа, с которым должно бороться, пока поменять о нее на земле не будет совершенно изглажения вражды между евреями и амалекитянами, имя Амалика стало у позднейших каббалистов синонимом начала зла и нечистой силы. У арабов существует предание, что он был сыном хама, но это не, это неправильно. Это неправильно. Еще раз. Амалик. Библейский ветхозаветный персонаж, сын Элифаза, внук Исова, сочетается радоначальником родоначальником бедуинского племени Амаликитин. Хотя об этом народе упоминается как о могущественном еще задолго до рождения Амалика есть два Амалике, как я уже сказал. Мы прочитаем Амалек, сын Элифаза, внук Исава. Предок сегодня ложный еврейские люди, которые живут сейчас в Иерусалиме. Амалиек первый враг, напавший на евреев после того, как они свободнее вышли из Египта. Еще раз, Амалек первый враг, напавший на евреев после того, как они свободнее вышли из Египта. Они наши первый враг. Первый враг. Дальше, сейчас открываем в Новом Завете. И мы послушаем, что наш черный мессия Иисус Христос сказал об этом. об люди сегодня. Луки глава 21 стик 21 Тогда находящи са в юдеи да бегут в гори. Както казал бегут в гори, это значит бежи в другие страны. Наши люди, ани бежали В Африке. Много людей, миллионов, они бежали в Африке и живут, и они жили в Африке где-то тысяч, ну, не, не где-то, больше тысячи лет. А потом они забрали, а потом они забрали наши люди в рабство. Потому что если, сейчас я прочитаю от Луки, глава 21, от стих 21. Потому что здесь Иисус Христос сказал наш пред, предник, предник и тоже наши проматери, сказал, что они должны бежать к горе. Когда он сказал к горе, это значит в другие, как сказать, в другие страны, в Африке и тоже в Европе. Надо прочитать, есть это, yes, эта книга. Называет на английском. Я не знаю, как, uh, если есть, yes, если у нас у такая книга на русском. называет The Antiquities of the Jews. Это написано, это Джосифус Флавиус. Antiquities of the Jews, written by Josephus Flavius. Tam, vi mogu obetum pricitat Flavius Josephus on hrvatski človek, on pisal se on vidim, on tada rabfro dla rimski general, on pisal što slišal gdje где-то или более 40 лет Иисус Христос умер. Это тогда римская армия, они начался война с нашими людьми. И он все это писал. Он писал, как наши люди, они бежали к Европе. И много, много, много людей где-то один, между один или два миллиона они бежали к Африке. А там начался еще раз трансатлантический развод. Сейчас открываем Луки 21, стих 21. Тогда находящиеся в Юдеи, да бегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто окрестностик ни входи в него. Дальше. В стиху 22. Потому что это дни отмещения да исполнится. Все написано. Все написано. Где это написано? В законе, глава 28, стих 49, стих 50. И стих 52, особенно 52, это где Моисею уже написал об этом. Дальше пойдем в стих 24. И падут от острия меша, и отведутся в плен во все народы. Еще раз, и падут от острия меша. Кто? Кто это? Наши люди. израильские люди. Наши предки и праматери, которые не выходили от города, как Иисус Христос сказал наши люди. Потому что, когда Он это сказал, много людей думали, что это, это несерьезно. Что Он щущится, Потому что они верили, что у них очень высокие стены в городе, что никакого проблема будет или никакого а, 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 война будет в городе Израиль или Иерусалим. Но Христос уже это сказал. Это не сказка. Это не шутка, это не сказка. Это очень серьезно. Но тогда они не слышали Его. Но много людей бежали. Они отбежали отбежали из э, э, Иерусалима и приехали к Африке. И тоже в э, Европу. И тоже в Европу. Дальше. И падут от острия меша. Кто эти люди? Наши люди. И, от, и отведутся в плен во все народы. И Иерусалим будет попираем язычниками. Иерусалиме будет папир, как сказать, папираем язычникам. Значит, что другие люди, они, они забрали наши земли. Особенно римские люди. Римские люди у них, предок придок Исов. Их придок это Исов. Дальше. И Иерусалим будет попираем язычниками. Значит, что другой люди будет жить в Иерусалим. Сегодня это другое люди там. Наши люди, Бог рассеял на все народы. Дальше. До коли не окончатся времени язычником. До когда окончаться времени язычников? До когда при, а, Иисус Христос будет здесь спасить наши люди, как, тогда он будет забрать наши люди от всех народов, а, а мы пойдем или поедем домой. А тогда уже все, все эти люди там, ха, уже будет большой, очень большой или, как я могу сказать, очень великий война. Это называется апокалипс. Вы знаете об этом. Апокалипс. Иисус Христос здесь уже пророчествовал, уже предсказал, что другие люди будут жить в нашей земле. А сейчас я, а, мы прочитаем, кто эти люди сегодня. А что Он уже сказал об этим людях. Откровение, глава 2, стих 9. Знаю твои дела. Твои дела. А кто эти люди? Это наши люди. Это наши люди. Он писал это письмо? Нет, нет, нет. Он сказал это к его ученик, апостолия Иоанн. И Иоанн это писал на письмо. Еще раз. Знаю твои дела и скорбь, и ничету. Впрочем, ты богат. Почему он сказал, впрочем, ты богат? Мы богатые люди, потому что все его обещания, которые Бог сказал и наши пророки писал здесь, в Библии, это для Израиля люди. И, и, что, э, и все, извиняюсь. Это только для Израиля люди. Все обещания, которые Бог сказал наши пророки, они, о которые они писали здесь. Это только для Израиля в народе, и все. Только для наших людей. Поэтому он это сказал. Сейчас это время для остальных народов. Но потом, когда он будет, Иисус Христос будет здесь, мы будем начаться жить как богатые люди. И остальные народы, они будут служить для наших людей. И об этом мы можем прочитаться в пророке Исаии, глава 14, стих 1 до 3. Еще раз. Знаю твои дела и скорби, и нечетчу, Впрочем, те богат и злословие от тех, которые говорят о себе. Есть люди, которые... Они сказали, что... Они сказали о себе это. Что они сказали о себе, эти люди? Дальше. Ш я злословие от тех, которые говорят о себе, что они юды. А они не таковы. Они никогда не таковы. Сборище сатанинской. Сборище сатанинской. Но они сборище сатанинской. Они сатанинские дети. Это Исава люди. Это Исава потомки. Идумия люди. Идумия люди. Идумия люди. Откровение глава 3, стих 9. Вот я сделаю, что из сатанинского сборится. Еще раз. Вот я сделаю, что из сатанинского сборится из тех, которые говорят о себе, что они юдеи, но они суд таковы. А? Лгут. А? Лгут. Они вообще не родославные потомки Иврама, Исаака и Якова. Особенно Якова. Они потомки Исава они потомки, и сла, э, они потомки Исава. Дальше. Но они суд а лгут. Вот, я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими. Это значит, что когда Иисус Христос будет здесь, Он будет наш царь эти люди, которые сегодня сказали, что они юдейские люди, они будут поклоняться нашим людям. Мы уже об этом прочитали раньше. В битие глава 25, стих 23. Или, как сказать, Битие 27, стих, прочитайте от 36 вы будете прочитать об этом. Это тоже одинаково. В Ветхом Завете и тоже в Новом Завете ничего наш Бог не изменился. Вообще. Если вы слушаете другого, это ложный пророк, это ложный пророк или пророки, они говорят это это не от Бога. Еще раз. Вот я сделаю, что из сатанейского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они юдеи, но не суть такой, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, они что? Они познают, что я возлюбил тебе. Бог только любит Якова потомки. Он любит еще раз только Якова потомки. У него, у него завет с ними и все. Только с ними. Только с ними. Мы об этом уже прочитали раньше на прироке Малахи. Глава 1 от стих 1 до 4, где он сказал, что он возлюбил э, Яков и Исав на виде: Исав они наши натуральные они они наши натуральные враги. Это наш Бог воли до сегодня это то же самое. Поэтому, еще раз, это, это и люди, и потомки, они были красные люди у нас сегодня в Европе или в Америке. Сегодня мы уже знали, и мы уже поняли, кто эти люди сегодня в Иерусалиме. Поэтому наша тема сегодня мы, э, мы это, это от Исова до Амалика. От Исова до Амалика. радословные ложники евреи. радословные ложни евреи. Мы об этом прочитали от Библии. Не слушайте никакого, люди. Слушайте наш Бог. Мы знаем, мы знаем, что Бог рассеял наши люди в России, в Украине, в Беларуси и остальные или другого русскоязычный народ. Наши люди там. И это сообщение. Это для Ики. Это для им. Это для наших людей. Пожалуйста, прочитайте и сделайте свои исследования. И извиняюсь, если вы не понимаете мой русский язык. Я надеюсь, что когда мы продолжаем, все будет э, лучше и очень хорошие. Я стараюсь, я стараюсь. Уже давно я не, э, я не э, разговаривал этот язык. Пожалуйста, прочитайте Библию, это очень нужно. А сейчас мы закончимся, до встречимся мои люди. С этого я скажу вам: Шалом, Бог и Христос благословит вас. Берегите себя, до встречимся. Daniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter and podcast and stay up to date with us. For more information please visit www.israelunite.org.